минус 35 на улице. Вот. Но аппетит у ребят хороший. Вот это бычки 10 месяцев. 10-месячные бычки на доращивание. Даже не могу сказать откорм, потому что тяжело в таких условиях откармливать, чтобы были большие привесы. Но очень красивые, очень красивые. Это у нас селекция из Великобритании. Из Великобритании. Поэтому скот своеобразный, легкие отелы, головы небольшие. Для нашего хозяйства очень удобно. Вот еще раз показываю. Это уже годовички. Это годовички. Средний вес в пределах 400 килограммов. Это наши бычки. Вот они у нас выращиваются на племя. Это племенные бычки. Вот. Племенные бычки. Ну, очень достойные, я считаю. Вот. Такое у нас поголовье неплохое. Вот такие бычки. Вот. Все. Все живут на улице. Никаких кашлев, никаких соплей, никаких респираторных заболеваний. Все заголенные, можно сказать, моржи. Только в воде не купаются. Но живут на свежем воздухе. Вот такие красавцы. Вот белян наш есть такой. Беленький. Очень красивый. Бычок. Вот. Вот видите, как он на нас смотрит хорошо. Вот молодец. Вот такой небольшой обзор по нашему хозяйству. Вот бой. Бой быков. Добрый день, я хочу вам показать нашего быка, зовут его Герой, селекция Великобритания. Вот посмотрите, еще его товарищ подошел. Вот, посмотрите, ведем зачистку яловых коров. Вот, посмотрите. Добрый день, я хочу вам показать наших коров. Коровки готовятся к осеменению. Первая группа. Осеменять начнем 22 числа, 22 января. Телята находятся в базе, трехразовое кормление. Вот посмотрите, какие хорошие у нас коровки. Добрый день, я хочу показать вторую группу. Им 11 месяцев, телочки на продажу в количестве 50 голов. Посмотрите, все ровные, красавицы. Просто чудо. Селекция Великобритания. Родоначальники Герри. Дубовые отелы. Вот дают свои результаты. Посмотрите. Все ровные. Все на одно лицо. Все от одного папки. Цена телочек 100 тысяч рублей за голову. Посмотрите. Добрый день, хочу вам показать наших отелившихся коровок со своими телятками. Находится в родильном отделении. Вот посмотрите,
Какое у нас родильное отделение. Добрый день. Сегодня 25 декабря. Минус 23 градуса на улице. Посмотрите, наши тёлочки. Красавицы. Кушает сенаж из козлятника. По-моему, очень довольны. Добрый день. Сегодня 25 декабря. Минус 23 градуса на улице. Посмотрите, наши тёлочки. Красавицы. Кушает сенаж из козлятника. По-моему, очень довольны. Добрый день! Я хочу вам показать нашего быка. Зовут его Герой. Селекция Великобритания. Вот посмотрите, еще его товарищ подошел. Вот, посмотрите, ведем зачистку яловых коров. Вот, посмотрите. Доброе утро! Я хочу вам показать наших теляток. Вот посмотрите. Приглашаю их всех кушать. Вот посмотрите. Кушать, кушать! Хоп-хоп-хоп! Кушать, кушать! Всем кушать! Надо обязательно их постоянно подгонять, чтобы они кушали, а не лежали. Вот, сейчас мы их. Подняли, а разбудить забыли. Добрый день. Сегодня 22 февраля. Минус 35 на улице. Вот. Но аппетит у ребят хороший. Вот, это бычки 10 месяцев. 10-месячные бычки на. На доращивание даже не могу сказать откорм, потому что тяжело в таких условиях откармливать, чтобы были большие привесы. Но очень красивые, очень красивые. Это у нас селекция из Великобритании. Поэтому скот своеобразный. Легкие отелы, головы небольшие. Для нашего хозяйства очень удобно. Вот еще раз показываю. Это уже годовички. Это годовички. Средний вес в пределах 400 килограммов. Это наши бычки. Вот они у нас выращиваются на племя. Это племенные бычки. Вот. Племенные бычки. Ну, очень достойные, я считаю. Вот. Такое у нас поголовье неплохое. Вот такие бычки. Вот. Все. Все живут на улице. Никаких кашлев, никаких соплей, никаких респираторных заболеваний. Все заголенные, можно сказать, моржи. Только в воде не купаются. Но живут на свежем воздухе. Вот такие красавцы. Вот белян наш есть такой. Беленький. Очень красивый. Бычок. Вот. Вот видите, как он на нас смотрит хорошо. Вот молодец. Вот такой небольшой обзор по нашему хозяйству.